Всем привет, народ! С вами Квист, и вы видите этот страшный ебальник? И я его вижу. И знаете что? Сегодня мы с вами не один раз, походу, будем вытирать жопу. Посмотрев на это лицо, уже понятно, что оно вселяет некий ужас, в частности, его вот улыбку и глаза, похожие на каких-то два ануса. Сегодня мы будем играть с вами в Jeff the Killer. Для тех, кто не знает, кто такой Jeff the Killer, это герой Creepypast. Кто хочет узнать о нем побольше, просто погуглите и прочитайте его историю. Не буду больше глагольствовать, нажимаем «Играть». Нажимаем «Играть». Да, хочу сказать то, что в описании к данной игруле написано, что она идет примерно минут 10, и игра только в стадии разработки. Я не знаю, сколько уже там прошло времени ее стадии. Ну да ладно, да игра весит всего-то 50 мегабайт. Итак, мы оказались в какой-то непонятной комнате, больше похожую на мою общагу. Да, это реально, походу, моя общага, так как мои соседи могут часто не убираться. Так, пилу. Пилу мы взять... А, мы можем уклоняться. Мы можем уклоняться туда-сюда. Ну да ладно. Так, press enter to use. Окей. Я очень-очень сильно очкую идти дальше, потому что я не знаю, что меня будет поджидать. Тихо. Открывайся, скотобаза. Так, у нас тут раковина, у нас тут заранее подготовлен туалет. Музыка начинает резко утихать и повышать вот она. Ну да ладно. А, в туалете мы находим ключ. Нажимаем Enter, все, отлично, у нас есть ключ. Так, что ищем дальше? В раковине тоже ничего. Ну да ладно, идем дальше. Идем, идем. Мразота, нахуя так пугать, ты лупоглазый хуй, блядь! Пиздец! Пора сменить труханы. Ну, окей, идем дальше. Я не хочу идти дальше. Я просто уже, блядь, получил свою порцию скримера, порцию ужаса, хуй его знает чего. Но патоку по своим ногам я уже чувствую. Надо привести себя. Ладно, все, идем дальше. А, походу, это тот... Та дверь, для которой нужен был ключ. Идем дальше. Блять! Твою сука, мать ты, блять, мразота! Только что был скример, блять! Еще один, получи, блять! Все, будем спокойны, просто идем дальше. И каковы шансы сейчас получить такой же скример, который мы получили в прошлой двери? Нет, тут идет лестница. Какой-то трупешник под лестницей лежит, либо чей-то кусок мяса. Непонятно. Ладно, идем дальше. Осматриваемся обязательно по сторонам, потому что хуй его пойми, что может вылезти. Бля, ребят, я серьезно уже получил свою порцию. Порцию, блядь, не знаю. Чего? Хуй вы пойми. Блять, пистолет. Пистолет, бери пистолет. Все, у нас есть пистолет, отлично. Ну, не знаю, тут можно по ящикам, что ли, чекать или... Ну да, нет, походу, ничего. И перепрыгивать. А прыгать мы тоже не можем. Окей, ладно. Так, электрощитовая тоже, нифига. Дальше идем, 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 идем. Блять, не знаю, правильно я иду вообще? А, я не заметил дверку. Сорян, ребята. Центр.
Тихо, тихо, тихо. Блять, сука, на, на! Шух, блять! Блять, твою мать, пидорас! Мне уже не хочется продолжать играть в эту игру. Это явно игра года. Несмотря на то, что она сейчас в стадии разработки, это явно игра года. По сути, что у нас тут? Могу просто зачитать одну строчку. Здоровье 2000, пистолет, скримеры, скримеры, скримеры и еще раз скримеры. Так, дурблокет, у нас нет ключей, ладно, идем дальше. Мы должны найти ключ. Но у нас 0 патронов. Мы с этим ничего не можем поделать. Почему бы просто не сесть на велосипедик и съебаться с этого места? Что тут забыл вообще наш герой? Нихера непонятно. Окей. И эта дверь закрыта. Стоп. Я услышал звук какой-то. Походу мы ключи подобрали, нет? Дверь не открывается. Попробуем зайти в ту дверь. И... надеюсь, тут ничего такого не будет. Окей, ладно, дор. Открываем. Блять, сука. Ты вот, походу, дверь специально меня советуешь туда не идти, да? Ну, хуй с ним. Стоп. Слишком подозрительный коридор. Явно. Хотя хуй с ним, просто идем на пролом. Забьем на всю эту хуйню, блять. Я не боюсь, я не боюсь. Все тихо, все спокойно. Мне пока нечего бояться. Спокойненько. Оглядываемся по сторонам. О, блядь, твою мать, что за звуки? Блядь, я стрелять не могу, блядь. Как мне отсюда съебаться вообще? Патроны? Не патроны. Кружка. Хуюшка. Честно, не хочу уже дальше идти. Хочу просто здесь остановиться и все к хуям выключить. Ну да ладно, ладно, мы попробуем зайти в эту дверку. Но она у нас заблокирована и даже не отображает запись. Надпись, точнее, то, что дверь у нас закрыта и для нее нужен ключ. Ну ладно, у нас там была еще одна закрытая дверь. Я ничего не слышал такого, чтобы мы могли что-то подобрать. Но в любом случае проверим. Блядь, твою сука, мать! Ты пизда лупоглазая, я ебал тебя! Блядь, да чё еще за хуйня? А я вас забыл предупредить. Нужно было выключить свет в комнате, нужно было одеть наушники и сделать звук погромче. Но я забыл это сказать в начале видео, так что извините. Тихо, что такое? Что за херня? Меня испугали провода. Окей. Я думаю, что дверь там уже для нас открыта. Фух. Нет. Окей, мы обойдем, ну, точнее, в смысле обойдем, мы сейчас пройдем по локации. Может, мы и найдем какой-нибудь ништячок, я не знаю. Но здесь у нас не открываются ящики, попробуем... Ох, он бегать может, я только сейчас, ребят, заметил то, что он может бегать. Окей, ладно, сейчас мы попробуем дойти до начала комнаты, может быть, там что-то лежит. Может, мы что-то упустили, я не знаю. Так, на пиле у нас ничего. В углах тоже ничего. Да и здесь тоже ничего. Но окей, ладно, мы зайдем еще раз в туалет. Могут такие фикчи происходить, то что могут заново резнуться, не знаю, ключи там или может еще что-то. Так. Нет, все, прокатило. Окей, ладно, возвращаемся обратно. Надеюсь, тут нас скримеры уже ждать не будут. Поднимаемся по лестнице. Так. Я не нажимал на Enter у этой электрощитовой. Тут ничего. Да? Да, ничего.
И ящик этот тоже не откроется. Ну хуй с ним. Блин, я не знаю, что делать, серьезно. Поиски ключей, нахер они вообще сдались? Нет, ну игра, конечно, очень сильно жесткая. Даже сложно передать это словами. Везде просто заблокированы двери. Причем те двери, в которые нам нужно зайти. Стоп, я не осмотрел там один столик, где был... А, блядь! Сука, нахуй я сюда зашел вообще, блядь? Так, тихо. Блять, это всего лишь инди-хоррор. Ничего страшного, я не боюсь. Я надеюсь, меня тут никто пугать не будет. Мне просто нужно чекнуть вот эту полочку. Ничего, ничего. Посмотрим еще здесь где-нибудь. Блин, херово то, что у нас здесь фонарика нету. Тут очень тусклый свет. Его почти... Он почти не светит, да. Да, тут чисто, вроде бы. Ну, еще можем здесь посмотреть. Может быть, здесь мы что-нибудь найдем. Ничего, никаких звуков подбора ключей мы не услышали. Ну и холодильник у нас не открывается. Ну ладно, если мы ничего не дойдем, то мне придется на этом уже остановиться. Я не могу... Бля, тихо, 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 тихо. Тихо. Откройся. Не зря же эти звуки издаются. В любом случае что-то нужно найти, подобрать, не знаю, дверь как-то может сама открыться. Я без понятия, серьезно. Может, здесь в углу что-то мы могли упустить? Да нет, ничего. Минутку. Что-то я вижу, но не пойму, что. Нет, ну блин, она не открывается. Хотя явно она прям хорошо так это отображается у нас на интерфейсе. Ничего. И патронов нигде мы не можем найти. Короче, ребят, я не могу уже дальше проходить эту игру. Реально очень стрёмная игра. И советую ее скачать и поиграть. И вы ощутите, похоже, то же самое, что и я. В общем, ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте обязательно. И всего вам самого наилучшего. С вами был Квиз. Пока. Не, пацаны, это пиздец, блядь. Нахуя я ее скачал? На ящике, может, на каком ящике, блядь? Если что, я пере... Да вот, на ящике. Я залез на ящик, пожалуй. Может, он регенерируется где-то, блядь, ну, рандомно? Во! Я услышал звук. Если что, я перед это... Я понимаю то, что лучше всего было играть первый раз, да. Но дар речи начинает теряться, серьезно. Откройся, блядь. Как? Спасибо, блять, это пиздец, это просто ярый пиздец.